Как же вкусно пахнет. Так, стопэ, а где Дилара подевалась? Сколько время? Так, что 8 часов утра? Почему так рано? Сегодня, конечно, понедельник, но нам в школу только на 10 часов утра. Что-то здесь не так. Окей, ладно, пора тогда также просыпаться. Всем салютик, с вами я, Карен, и добро пожаловать на мой канал Карен Стоун. Что же, конгрятки, и сегодня для вас я наконец-таки снимаю новый влог. И частично он будет связан со школой, потому что у нас новая рабочая неделя. Вот, поэтому начинаются новые влоги. Сейчас я уже проснулась, Дилары на месте нету, поэтому сейчас мы пойдем ее искать. И, честно говоря, меня разбудил очень вкусный аромат, который даже вот сюда дошел, в нашу спальню. Так что хочу всем пожелать приятного просмотра, ну а мы начинаем. Опачки, это еще что такое? Дилара нам уже рюкзаки собрала, мне, себе. Вот, что-то очень странно. Так, нужно срочно все выяснить. Ну и, как всегда, в целом, Лики себе спит, у него просто прекраснейшая жизнь, а нам нужно идти собираться в школу. Но все же радует тот факт, то, что наконец-таки совсем скоро будут летние каникулы, вот, и надеюсь, то, что там будет все намного интересней, вот, поэтому нам нужно пережить еще этих плюс-минус полтора месяца. Эй, Дилара, ты здесь? Что, Карен, да, я здесь. Дилара, что случилось? Нет, Карен, все хорошо, не обращай внимания. Да как не обращать внимания, ты вся в слезах. Что произошло, расскажи мне, пожалуйста. Карен, дело в том, что я уже во всем запуталась. В чем ты запуталась? Я ничего не понимаю. Пожалуйста, успокойся. Посмотри, какой ты прелестный нам завтрак приготовила. И вообще, почему ты так рано уже собралась? Нам в школу только через полтора часа. Ой, Карен, я сама не знаю. Так, подруга, давай, все, успокойся и все мне, пожалуйста, расскажи, что вообще произошло. Хорошо, если ты настаиваешь, я все же тебе расскажу. Конечно, рассказывай, давай, я тебя внимательно слушаю. В общем-то, я не знаю, что происходит. Но я запуталась в отношениях. У нас в последнее время вообще нету никакого контакта. И вообще, я не знаю, любила я его вообще когда-то. Я не испытываю к нему те чувства, которые испытывала в первые дни наших отношений. И сейчас я просто не хочу с ним общаться. Он ничего плохого не сделал. Но я просто хочу это все остановить. Хочу просто, чтобы мы были, возможно, просто какими-то знакомыми и все. Но отношений я с ним не хочу. Он как будто бы для меня какой-то вообще другой человек. Я не могу с ним сейчас никак контактировать. Я не знаю, с чем это связано. Но я вижу, как он ко мне относится. Я просто не могу это никак остановить. Так, успокойся. Все будет хорошо. Это нормально. Скажем так, в нашем возрасте, ну, нету таких, знаешь, прям серьезных отношений. Ну, а ты с Ллойдом? Ты и Ллойд — это просто идеальная пара. А я просто халатно отношусь. Я не знаю, как ему об этом сказать. Мне очень вправду стыдно. Слушай, Дилар, тебе просто нужно отдохнуть и разобраться в своих отношениях. Как бы там все ни случилось, это просто были временные ваши отношения, ничего серьезного. Если так будет продолжаться, ни тебе, ни ему не будет лучше. Поэтому лучше сегодня пойдем в школу, ты ему все объяснишь, и потом будешь спокойно. Пожалуйста, я не хочу за тебя переживать, и я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Пожалуйста. Ты меня поняла? Да, спасибо тебе, подруга. Я наконец-то могла кому-то высказаться. Вот и хорошо. Так, ну а теперь телефоны в сторону, давай. И рассказывай, что ты здесь мне приготовила, точнее нам на завтрак. Меня этот просто прекраснейший запах просто разбудил. Да так, по мелочи, вафли. Я тебе приготовила с голубикой, а себе со сливками. О, отлично. Спасибо тебе огромное, очень ароматный запах. Также я себе приготовила кофе, а тебе чай с карамелью. Спасибочки. Так, ребятки, вот такой вот у нас сегодня прекраснейший завтрак. Вот, надеюсь, то, что день будет прекрасный. Вот, и у Дилары также все будет хорошо, поэтому мы сейчас быстро завтракаем и собираемся в школу. Точнее, Дилара уже полностью собрана, она даже на месте сложила рюкзаки, мне только нужно быстро собраться, и мы уже будем выходить. Поэтому пожелайте нам приятного аппетита. Очень вкусно, спасибо тебе. Пожалуйста, я рада, что тебе понравилось. Так, ну все, тогда я сейчас немножечко посижу в телефоне. Может, ты лучше не будешь разглядывать фотографии с Брэндоном, чтобы снова не расстроиться. Лучше пойди, пожалуйста, накорми Лики и Стони.
Ладно. А я быстро побежала собираться в школу. Да, конечно, не ожидала я такого поворота событий, но все же надеюсь, то, что все у Дилары будет хорошо. Кстати, я себе со вчера собрала образ, вот, и поэтому у меня он сегодня вот такой вот. Теперь нужно быстро умыться. Далее чистим зубы. Так, ну и в принципе я готова. Лики, вот тебе твоя водичка и твои любимые рыбные палочки. Приятного аппетита. Тони, доброе утро. Так, держи, а это тебе. Это Дилара мне положила. Отлично, беру свой телефон. Вот так вот. И захвачу еще рюкзак Дилары. Прекрасно, Лики уже завтракает. Так, по дороге еще берем телефон Дилары. Дилара, вот твой рюкзак. Угу, спасибо. Ты просто замечательно выглядишь. Тебе не будет холодно? Нет, сегодня, к счастью, уже не так уж и холодно. Он тогда я и в этом образе и пойду, только, наверное, я поменяю какой-то аксессуар на другой, например, на эту заколку. Так, а я тогда еще возьму карточку на всякий случай и ключи. Все, я закрываю квартиру. Что же, конгрядки, сейчас мы уже будем выходить в школу, поэтому мы с вами, как всегда, встретимся уже на месте. Да, Дилар, мне кажется, мы с тобой слишком рано пришли на уроки. Ты думаешь, Брэндон уже есть в школе? Ну, я не знаю, но он обычно раньше приходит меня. Чем раньше придет, чем раньше это все закончится. Я уже настроилась, и меня ничего не остановит. Ну, ладно. О, смотри, там, кажется, наши девчонки сидят. Кейт, Регина, приветик. Привет. Приветик. А вы что так заранее пришли? А мы перепутали время. Да, и как раз здесь встретились. У нас же сегодня уроки на 10 часов утра, а не на 9. Мы перепутали. А, понятно. А вы почему так рано? Да, также там эта ситуация. Ну, мы это пойдем. Может, около нас посидите, вот конфетку возьмите. Нет, спасибо. А вот Диларе точно нужна конфетка. Эй, Карен, давай-давай, кушай. А мне нужно смотаться кое-куда. Я сейчас буду. Эй, ты куда без меня? Сейчас, говорю, буду. Ладно. Так, нет, нужно прежде рассмотреть обстановку. Что да как, чтобы ничего плохого точно не произошло. А вдруг кто-то увидит? Да кто нас увидит? Мы же с тобой заранее пришли, так что нам не о чем волноваться. Ну а если Дилара увидит? Слушай, не обращай на нее внимания. Ну ладно. Прекрасные цветы. Давай селфи сделаем? Давай. Так, улыбайся. Не поняла, а это еще что такое? Белла и Брэндон снова вместе? А Дилара так из-за него переживает? Брэндон, Белла! О, Карен, а ты что тут делаешь? Меня больше интересует вопрос, что вы здесь делаете вместе. Это что такое? Слушай, Карен, не твое дело, что такое? Мы должны тебе отчитываться в каждом нашем шаге или что? Но... Брэндон, ты же с Диларой встречаешься. Слушай, Карен, мы с Диларой уже давно не встречаемся. Она мне уже больше не интересна, понимаешь? Я думаю, то, что она уже так же это поняла. Да как бы она это поняла? Она переживает из-за тебя, то, что ты с ней не общаешься. Почему ты не можешь просто ей это в лицо сказать? А прячешься просто где-то в школьном шкафчике вместе с Беллой. Не стыдно? Подойди и скажи ей все в лицо. Зачем человеку портить жизнь? Ты уже определись, или одна, или другая. Карен, что ты здесь устроил? Успокойся уже. Белла, я вижу, ты тоже очень умная. Просто пусть Брэндон сегодня подойдет к Диларе и скажет, что он снова встречается с Беллой. Подожди, что ты сказала? Они снова вместе? О, Дилара? Дилар, это... Да что это? Брэндон, скажи ей в лицо, как Карен тебе говорит. Да, мы снова вместе встречаемся, и нам хорошо. Ты больше Брэндону не интересна. Понятно? Белла, полегче. Дилар, извини, но это так, я думала, что, ну, ты все поняла до этого. Да, я все поняла. Я рада то, что наши отношения закончены. Вот и хорошо, теперь вы можете нас оставить наедине. Просто никакого спокойствия. С удовольствием. Все, пошли, Дилар. О, достали уже, и ты тоже, Брэндон. Так тяжело ей это все сказать или что? Да все, успокойся, все же хорошо. Угу, но произошел только один скандал на всю школу. Дилара, постой, ты куда? Карен, пожалуйста, дай мне успокоиться. Ну, Дилара, подожди. Все же случилось так, как ты хотела. Дилар, пожалуйста, успокойся. Я тебя очень прошу. Забей ты на этого Брэндона. Все будет хорошо. Может, это и к лучшему то, что так случилось. Ты поняла то, что он ненадежный человек. Ты найдешь себе еще намного лучше. Я всегда рядом. Я тебя буду ждать в коридоре. Хорошо?
Да, хорошо. Ой, да, это просто какой-то кошмар. Что же, конгурятки, и на этом моменте мой влог подошел к концу. К сожалению, сегодня начало дня вышло вообще очень плохое, потому что случилась такая ситуация, но я считаю то, что сложилось так, как и должно. Да, начиналось все красиво, история была прекрасная, но все же Брэндон неисправим, и он будет бегать к девушке от девушки. Сейчас я понимаю то, что Дилара просто на эмоциях, и ей просто нужно успокоиться. Что же, на этом моменте мое видео подошло к концу. Я надеюсь, то, что оно вам понравилось. Если это так, то, пожалуйста, подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Ну, а в комментариях, пожалуйста, напишите слова поддержки для Дилары. Думаю, то, что ей будет очень приятно, потому что она всегда также читает все мои комментарии под видео и всех замечает. Ну, а так, с вами была я, Кара. Всех люблю, целую, обнимаю. И до скорых встреч в новых видео на канале Карен Стоун. Всем пока-пока.